Так. Так, и где мои обрышники? О, ку, все, работает. Все за бусы. Все за бусы работает. А? Понял. Не, на Твиче. Конечно. Ютуб сейчас не в моде. Так, здорово, чатик. Берем самокат и едем. Сейчас перекурю и поехали. Прям мы будем разбужать машины. Талончики какие-то, сука, понадавали, бля, прикиньте, парковка платная, там где зарядка, ну, думаю, ладно, похуй, поставлю ее, типа, заряжать на фул. Поэтому к моему приходу будет 100%. Здорово, чатик, здорово. Так, кто со Львова? А ну, давайте, признавайте, кто со Львова, и говорите мне, куда идти, бля. Я вообще не знаю, блядь, второго телефона нету, я как долбанёк. Короче, мне вот здесь вот 12А какая-то, блядь, отель Риус, Риус. Все запомнили сейчас, чтобы вы меня потом, блядь, довели домой. Я, вы со Львова? Круто, круто. И куда я иду? Вот давайте мне рассказывать. А, блядь, надо, короче, какую-то подругу цепануть. Надо 100% какую-то подругу цепануть и этот. И чтобы она мне все показала, да. Поехали, покатались, потом поебались, да. Ну, как нормально, короче. Иди в насвальню пиво пить. Насывальню? А где это? Ты понимаешь, я не знаю. Мне даже на самом деле очень аккуратно нужно. Пошлите сюда, посмотрим, что здесь есть. Вы понимаете, что тут даже очень аккуратно нужно разговаривать на русском языке, блядь. Я буду затыкаться, потому что, блядь, это очень-очень неудобно будет. Но вы сами понимаете, это может быть пиздец, да. Как мне Львов? Пиздец, сука, улички маленькие, блядь, тоненькие какие-то. Вообще жесть. Меня за русский язык, блядь, и за камеру сейчас, блядь, прибьют гвоздями, нахуй. Как, блядь, этого привяжут, блядь, к столбу, нахуй. Ой, бля. Тут менты такие строгие, бля. Поэтому лучше им не попадаться. Он, кстати, стоит вроде, не? В конце улицы. Тут какой-то распродажа, да? Короче, я нормально переспал ночь. Вообще топ. Это... Не, какой 5 дней я ехал? Ну, позавчера, да, выехал. И вчера доехал. Бля, это пиздец. Очень много, типа, ребят, в Киеве нормальные зарядки на Теслу, блядь. В Тернополе говно, в Виннице есть нормальные, Житомир норм. Короче, куда мне направо? Пошлите направо. Короче, очень много проблем с зарядом, с зарядками, например, в Тернополе. Я там просто, у меня до 45% зарядилось и выбило, и, блядь, и не включалось. Вот. Но в целом так нормально. Ну, я типа поняли, чат. У меня Dual Motors машина. И прикол в том, что... О, парк. Какой-то парк есть. Ух, ничего себе, бля, что это? Ну? Это что за раритет такой, бля? Ничего себе. У кого ковер спиздит? Короче, я вам так скажу. Ой, фонтанчик, боже, красота. Короче, я вам так скажу, что... То я в центре города, да, получается? Я вам так скажу, что очень много, так сказать, этого. На, типа, если ехать, блядь, 120, 100, там, 110, блядь, то можно далеко доехать. Ну, я пиздячу, блядь, 200, 210, блядь, там, пиздец. Там дорога нормальная, блядь, кстати.
И я ебашил так, что, блядь, что пиздец. И в каждом городе приходилось заряжаться. Ну что я поделаю? Вот. Это центр, да? Центр-центр. Вернувший от ментов. С. Так, что тут у нас? Знал бы я, где я, понимаете, блядь? И у меня второго телефона, сука, я его просто, блядь, на столе забыл. Вернее, я даже не думал, что он мне нужен будет. Слева театр. Да, слева театр. А что дальше? А что в театре? А что в театре? Оно включается, да? Дети радуются. Так, все, я докурил. Дальше курилка пойдет. Вот. Мне дуже незручно розмовляти українською мовою. Але я буду старатися, чат. Дуже буду старатися. Бачите, які фонтанчики. Шо? Да. Привыкай, согласен. Чат, так куда мне идти? Хорошо, вот смотрите, вот я смотрю на этот желтый автобус. Куда мне идти? Мне влево? Вот туда, вот к театру? Куда мне идти? Или вправо? Что там есть? Не, пошлите вправо, там, блядь, там целая этот, там целая аллея какая-то. За автобусом хуярь. Куда тебе надо? Я хуй его знает. Что-то посмотреть, блядь. Можно, смотрите, чат. Вот час будет, смотрите, сейчас 12 часов. Сегодня подрубка, ну реально, часов 5, наверное, блядь, будет. Ну, то есть, ИРЛ стрим будет часов 5. А мне нужно что? Мне нужно, чтобы вы сказали, куда можно поехать, даже если, ну, то есть, час на зарядке постою. Вот. Пока походим, поразвлекаемся, возможно, где-то покушаем. И все, и тогда этот, иди прямо, иди в бар, смотри на пивас. Где? И где-то этот, смотри на пивас. Что я должен делать? О, ля, какая идет, да ты шо, бля, клуха нахуй. Так я, блядь, до лита даже не подготовлю. Девушки, приятного аппетита. Ой, приемного аппетита, да? Ой, бля, сейчас распознают. Найди Сеню. Ой, Сеня вообще под городом где-то живет вроде. Смачного точно. Чат, вы меня учите, если что. Я просто позабывал все, бля. Здорово, чат. Как дела? Да, смачного треба говорить. Ой, ва. Сюда, просто йду сюди, так? Ну ви мною керуєте. Ви мною, так сказати, керуєте, ви мною. Головне, щоб постов не було там такого от. А остальное все норм. А, що? Шукаємо бендерівці, да. Батька наш бендер. О, там памятник какой-то, да? Жестко. Ладно, сейчас дойдем. Музей оружия. Хорошо, куда мне идти? Тут далеко. О, я знаю, я все, я понял где. Блять, вот там вот раньше Макдональдс был, да? Или вот там вот Макдональдс? Подождите, я знаю где. У меня есть 9 класса, здесь фотка, вот, блять. Вот здесь, ой, блять, а здесь можно идти? Да, можно, конечно, чат. Тут пешеходный переход, ну, вообще-то. Возле театра, Мак, да, ну, то есть там, да? Вроде там. А, позади, Мак, да, я вот там вот был. Я помню, короче, какая-то, блядь, херня с двумя тиграми, там, типа, такой музей есть какой-то с двумя тиграми. Да. Жестко, да? Да, у меня есть здесь фотка. У меня есть здесь фотка, я где-то вот здесь отстоял. В Тернополе будешь? Я вчера был где-то, блядь, на зарядке. Там такие хуевые зарядки, что просто пиздец. Да, я вчера проезжал Тернополь, в Винницу проезжал, у булок остался. Но если вы телеграм чекаете, то я там все записываю. Сторисы маловато сейчас снимаю в инсту, но надо бы это. Так, чат, мы идем дальше, правильно? В музей оружия, давайте говорите где. Куда мне идти в музей оружия? Приезжай в Одессу, куда? Не, пока не до Одессы, бро. Пока не до Одессы. Киев, я думаю, может быть, сегодня.
выеду. Ну, посмотрим, как получится. Либо сегодня переночу и завтра с утра выеду. Привет, привет, НБГ. Здорово. Привет, Киев. Это будет. Это Прага. Да, бля. Кстати, улички реально как в Лондоне каком-то, каком-то Париже. Тоненькие, маленькие такие, бля. Налево там центр площадь. Налево туда, да, да, да. Все хорошо, идем. Спасибо большое за то, что командуете мной. Я хотя бы Львов немного выучу. Да, прикольно. Let's fucking go. А что, есть сирена во Львове? Бля, во Львове пиздец. Там, короче, на букинге пишут, блядь, вы понимаете, что вы в опасности? Что вообще, блядь, покидают все вообще силы и как бы желание поселяться вообще, ну, в Киеве, чтобы переждать ночь. Развида нам просчет, блядь, мы... Место нам показывай. Хорошо? Хорошо, я показываю вам город. Вот, и вы только координир. Туда дальше, да? Иди на улицу Степана Бендеры. Ну, то трохи далеко. Не-не, ребят, давайте вот сюда. Вот это центральная площадь, правильно? Все, дальше ничего нету. Куда идти дальше? Вот эту улицу я точно знаю. Вот это вот, ну, то есть, то, что мы приходили, я точно знаю, мы здесь были. Вот. Там политех. Налево. Налево туда. О, це. О. О. Безперервна молитва за мир. Це за мир, чат. Мені йти туди, так? Чат. Или туда. Смотрите. Это право, а это лево. Мне налево, правильно? Мне налево. Налево. Все, понял. А, вон пешеходный переход. Чат, мы, блядь, правила не нарушаем. Даже за рулем, даже как бы либо. А вы потом меня доведете назад? Ну, в принципе, я дорогу запоминаю как-то. Ну, придется, блядь, если вы не доведете меня назад, то мне придется обрубать стрим. И все. Блять, чат, вот серьезно, у меня такой мандраж, короче, я возле человека говорю, блядь, на русском языке, нахуй. Мне кажется, что меня сейчас, блядь, оборачивает, потому что мне кажется, что это в голову прилетит что-то, блядь, с кулака уебедно. Сейчас, блядь, пацаны в пабликах, в этом, напубликуют там, типа, блядь. Уебище какой-то гуляет, разговаривает на русском языке, и все, блядь, меня все пиздить соберутся, блядь. Прямо онлайн, блядь, слежка будет, стрим-снайп. Вот сюда в мусорники идем? Или... Чат, нам прямо, правильно? Налево. Сюда, да? Прямо, добре, добре, слухаюсь. Так, пацаны, как у вас дела? Как у вас дела? Что делаем? Курвик, 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 курвик. Курвик, курвик, ты куда? Курвик, курвик. Все, блядь, они все поняли, блядь, это моя территория, нахуй. Все, идем, идем мы сюда. Биооружие, точно, блядь, это точно биооружие. Да, брусчатка, капец, Тесу так понесло, я так газу дал, блядь, ее понесло так по этой брусчатке, вообще жесть. Тут же прикольно, тут же столько, блядь, соборов есть, столько достопримечательностей во Львове есть. Можно поездить будет, покажу вам что-то, вот. Как Денджер Леха, а где Денджер Леха? Дангер, Леха. Леха Дангер. Да пусть со стрим-снайпер меня подъезжает, подкатывает. Так, мне треба якусь файну дівчину, хлопці. Де файні дівчата знаходяться? Наліво, чат? Наліво? Чи так і прямо йдемо? Що так? Наліво? Наліво, хорошо.
А, все, да, зрозумів. Зрозумів. Так. Вы понимаете, чат, что если мужик пройдет 4 раза налево, то он все равно вернется к жене. Так что налево можно ходить мужикам. А если баба пойдет налево, то, блядь, она может к мужику не вернуться. Потому что 4 раза она не ходит, блядь. Она ходит один, блядь, но, типа, успешно. О, их фоткают. Их фоткают. Здорово. Нормально, тут в прямом эфире, значит, навище мені ті фотографії. Старі фотографії. Мені якусь треба файну дівчину, дівчиноньку. Чатик, де моя дівчинонька? Гарна. Кстати, курилки в общественних містах скоро запретят, ребят. Так, надо в магазине пошариться. Надо какую-то симпатичную ассистентку найти. И да. А, все, я знаю, где это сейчас. Я понял, где это. Я был здесь, да. Тут книжки продают, блядь. Точно. Я уже понял, что это за это. Что это за хуета. Тут книжки продаются. Ну, да, 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 да. Да. Вот там вот. Вот там вот книги продаются. Чат, это вам. Бля, я кушать хочу на самом деле. Девушка, здравствуйте. О, доброго дня. А что вы тут торгуете? Чем вы тут торгуете? У вас такая цікавая. Ну ладно, ну, мне это не цікаво, мне цікаво вот ваша зовнішність. Скільки вам років? 16. 16, да? Вот такі перемени. Бля, боже, як тяжко. Як важко говорити на українській мові. Переключитися. Ладно, гарного вам дня. Бля, чат, я не можу. Не можу, очень тяжело. Очень тяжело вспоминати слова. Все, кринжу. Бля, ладно. Кринжа навалив. Та очень тяжело, блядь, переключатися. Пиздец просто. Чат, а где оружие? Где магазин на этот оружие? Ну, в смысле, не магазин, а этот. Где то шкотеняка, музей оружия? Я чуть не вмер. Пошел нахуй, чел. Что ты там не вмер, блядь? Завали пиздачок, блядь. Учись нахуй пикап мастерству. Может, на трамвайчике? Блядь, донатов не хватает, кстати, да. Да. Может, на трамвайчике прокатимся? Улица 13. Меня всегда эта цифра преследует. Ебать! Ого, ничего себе, какие маты. А вы куда так собрались? Сегодня Хэллоуин? Сегодня Хэллоуин. Ебать, говорю, блядь. Ничего себе, скотаняка 16-річна. Так. Вот и что там жоте нахуй, чат, блядь. Вы что, охуели, блядь? Так, налево, туда, так? Налево. Так, аккуратно, блядь. Налево, так? Откат X2. Блядь, в смысле откат нахуй? Я вообще, блядь, не собирался знакомиться с ними. Просто чисто, блядь, кинуть. О, вот музей. Музей. Музей чего? Каса музею на другому поверсі. А музей чого? Музей етнографії та художнього промислу. Ні, це нам не цікаво, правильно, чат? Давайте футболку якусь візьмемо. Я люблю Львів. О, вот это да. Елька якраз. Чат, берем таку футболку? Блять, а сколько она стоит? Сколько она стоит? Русский военник, вот это лучше, иди нахуй. Вот это да, бля. Вот это. Так, тихо. Никто не бачит. Никто не бачит. Никто не бачит.
все, ладно. Так, мне нужно продавец. Можете подсказать, будь ласка? Мне футболку. Элька. Ну, вот эта вот подошла бы, но я эту побачу. Можете? Ну, вот такая элька? Не-не, вот такая вот элька. Русский военный корабль туда. А что за материал? Натуральный. Берем чат? Берем? Элечка. А померить можно? Ничего себе. Ой-ой-ой-ой, чат. Мы тут, блядь, уединяемся с вами. Сейчас достану эту штуку. Чат, вообще топ. Вообще топ, что скажете? Да нормально, да? Где брови? В смысле, нормальные брови, блядь, чуров. Да нормально, ну так, типа, блядь. Но. Скотиняк, а така, вже подумав, блядь, вкрасти. Я тобі дам, блядь, мразина, блядь. Скотиняк. Ух, та ти шо. Так, з боку сюди пакуємо, а я тут берем. Блядь, прикиньте, я на 5 тисяч гривень. Я такой, ніхуя себе, чу йогнуться, блядь, знімаю нахуй. Так, запакував, блядь, этот, свою поло. Будем в этом, в корабле ходить. Сейчас, секунду. Бля, сейчас бы замок еще порвать. Бля, а какие замки уже похожи? Бля. Ладно, хотя бы половина закрывать. Закрыта надо. Давайте. Терминал? Да. Немає такого. Ні. 300 гривень. Все, спасибо. Никогда в жизни уже. Не, ну в жизни может быть и когда-то, бля. Так, ладно. Все, купили и купили. Все. ОВС-001. Блядь, я курилку забыл. Так, а где? Бля, реально? Бля, может быть здесь? Где та курилка, бля, пропала? Где я ее, блядь, вместе с... Давай другой дорогой. Чтоб мы тоже на русском разговаривает. Сейчас. Все, я теперь, блядь,
Есть? Сейчас. Паспорт, блядь, все. Ладно, давайте новую достану. Блядь, тут где-то проебал, блядь, или в машине останется. Нет, в машине точно не останется. Она была на этом, на стенде, и потом она исчезла, блядь. О, вот видите, какая гарная девчина. Яка гарна дівчина. Це в стилі барокко? Можна і так сказати. Дякую. А? Кажу, можна і так сказати. А що за музей тут? Львівський історичний музей 19 століття, всередині якого знаходиться італійський дворок 16 століття. Зрозумів. Це тут... А що тут роблять? Що там можна побачити? Ну, там загалом є ресторан, який називається «Італійський двор». Якраз можна переглянути меню. Давайте. І винна карта, коктейльна або барна, якщо бажаєте щось випити. Так. Обіди. Недорого. А ви хочете обідати? А ви можете зі мною присоєднитися до розмови? Я на роботі. Ну нічого, так я заплачу вам за роботу. За те, що ви 30 хвилин... На жаль, ні. Можна по-русски? Можно. За то, что вы 30 минут уделите мне за, так сказать, за обедом, а потом, может быть, за ужином. Вам 16? Нет. 15? Да. Ой, бля. Бля, че, почему я попадаю на такое? Сейчас, она нормальная. А что можно увидеть, девушка? Что можно найти здесь такое, посмотреть? Там, если картины находят. Вы можете зайти в родной музей. А, я был здесь когда-то, точно. Да. Это здесь свадьбу устраивают, да? Да. Во Львове. Типа мажорные. Да, типа... Можно и фуршет, и силы. Ну, дороговато, да? Стоит? Ну, такое. Ну, я, в принципе, ну, понятно, да. Ну, это для меня 2 копейки, конечно. А сколько стоит твоя? Честно, не знаю, администратор. Бля, я не понимаю, они смеются. Чат, чего вы смеетесь, блин? Нормальная девушка все рассказывает, показывает. А? Чат смеется, вообще офигели. Я прямой эфир. Ты же... А ты стесняешься, да, с клиентами разговаривать? А почему ты в глаза не смотришь? Посмотри мне в глаза. У меня зеленые, красивые глаза. А, подожди. Мне очки надо снять, они же затемнились. Ой, что-то упало, но я уже не вижу. Не, хорошо. Кроме этого, куда? Что я там увидел? Там находится еще 2 музея. Так. Первый занимали, может, туда зайти, там, в принципе, все так же много не получится. Ага. Там ничего такого особого не мая, просто можно ходить смешку. А тут зліва, там по ліву сторону, там площадь. Там ратуша, площадь, якщо дальше, там центр, фонтан. В принципі, там гарно. Я бачив, центр і фонтан бачив. СБУ уже выехали. Да, не смущает. В смысле, никто не смущает. Девушка нормальная. Как вас зовут? Алена. Это вымышленное имя? Нет. Понял. Ну, просто Олена. Как? Олена. Но тебе больше нравится Алена. Да. А это так модно сейчас бровку выбривать? Было модно, да? Ждешь, пока зарастет. Я понял. Спасибо большое за консультацию. Я, возможно, сюда покушать приду. Если ничего не знаю. Чат, идем дальше. В музей какой-то идем, да? Бля, что вы тут плюетесь нахуй? Заебали, блядь. Кринжевать вам, блядь. Мне же стыдно перед вами. Я-то под землей. А, вот здесь вот под землей все, чат, да? Здесь все под землей. Блять, охуенно, кинул. Еще один музей. А тут... Долучиться до нашей акции. Я ж, что за акция? Это Украина, генетичный фонд нации. Это допоможе? Скільки грошей треба? Безкоштовно. Безкоштовно? У мене просто налічки немає. Привертаємо увагу просто, щоб... Надо. Можно одну желтую добрать, да?
трамваю. Да, давайте. Давай. Да, вам тоже. Сейчас что вы на этом кринжевали? Все, идем дальше. А тут тоже музей. А музей чего? Памятка архитектуры «Чорна кам'яниця». Охороняється державою, пошкодження карається законом. Не, ушкодити ми реставрацію чи... А, зрозумію. Музей історії Львова та самої кам'яниці. Зараз... Та я тут колись був. Перший поверх і подвір'я. Відно зображення тільки лапідарі. Там такий же вход, да? Чи ні? Чи це окремий? Це окремий. Це окремий вхід? Це, типу, одна філія закладів, але... Я зрозумів. Я зрозумів, дякую. Короче, чат, рішайтесь, куди ми підемо. Ми можемо, блядь, ну там ніхуя сказали. Там, от поняли, типа, десь архітект-кам'яниця Вільчків. Охороняється державою. Вот так вот, блядь. Охороняється государством, блядь, нельзя. То есть, поняли? То есть, максимум реставрируются вот эти здания, они слишком... Аптека-музей, блядь. Там вот такое бывает, что рофлишь. Какой аптека-музей? Там что, блядь, бинты, блядь, где... Ага, нормально. Ставится терафлю. Угу. Ничего себе, посмотрите на эти печатные машинки. Жесть. Сюда не можно. О, мелочь. Давайте кинем сюда. Нет, это мелочь была. Не трогай, не пизды, блядь, скотыняка. 5 гривен. Ой. Блядь. Это я случайно с этим достал. Как ему это? Это случайно достал с монетой. Ебать, реклама, да? Так, все. Знакомимся с девчатами. Або с хлопцами. Чат, куда дальше? Куда дальше? Мы правильно идем? Давайте, кто там координирует мои движения? Давайте, говорите, куда дальше. Вы хотите в музей вообще? Или похуй? Или похуй нахуй? Типа, или в этом вам не интересно? Вони, блядь, ці львів'яни, блядь, вже той музей, блядь, вже, сука, кожен приїжджає, музей, зводить мене в музей, думає, пашу ти нахуй, я вже, блядь, там мільйон разів був, блядь, не хочу вже дивитися туди, блядь, на той музей, що тут, ніхуя нема, і там теж нічого нема, да? І, чат, ми йти прямо, або ні? Музей зброї, хорошо, где он? Где музей зброї, куди мені йти? От я на перекресті. Направо? Подожди, один говорит направо-налево. Направо. Выходь на подвальную. Я ебу, где тут подвальная? Ты долбоеб. До оперного. Иди нахуй, какого оперного, блядь. 200 метров. Куда направо, блядь? Запитай людей. Хорошо. Вибачте, будь ласка, а де музей зброї? Не скажете. Добре, дякую. Карту чекнем. Блядь, я забыл второй телефон, чтобы чекнуть карту. Телефон такой. В телефончике что-то сидит, блядь. И шо, блядь, и направо пришел. Дальше что? Куда? Направо? А, точно, вон есть, да. Я помню, тут книги где-то продавались, блядь. Вот площадь там, блядь, книги. А, вот, точно. Пиздец, вот это храм ебанутый. Пиздец. И тут все такое, знаете, старинное, но оно настолько историческое, настолько... охуенно. Три життя великої людини. Смотрите.
Київська свічкова мануфактура. Сільвопле. Сільвопле, туртурмене. Я буду так говорити, щоб мене не доїбало. Сільвопле, туртурмене. Щоб думати, що мені не останеться. Сільвопле. Нічого себе. Боже, як красиво. Пам'ятник архітектурний комплекс Довинецького монастиря, костел Божого тіла. О. Вау. Ніфіка себе. Охренеть. Відеосйомка заборонена? Вау, екскурсії під час бусу заборонені. Так, телефони заборонені. Вау, ну це красиво дуже. Давайте в один, ракурс один возьму. Вау. Охренеть. Вот это архитектор из строя. Скарбонка. Скарбонка. Блять, скарбонка, что-то порвало от слова. Скарбонка. А вон книги продают, да, я же говорил, блядь. Тут, блядь, 10 лет прошло, ничего не меняется. А мы оттуда классом приезжали. О, смотрите, вот он, чел. Опасный дровняк. Говорят, запались подержаться, короче, и желание исполнится. Давайте. Нужно денег кинуть. Нет, нету денег не кидать. Вот в Мукачевский замок, чат, надо поехать. Обязательно всем, всем чатам загадайте желание. Вот это вот нужно. Короче, я вам так скажу. Типа, в Мукачевском замке я дважды ездил туда, дважды загадывал желания, они сбывались. И вот, короче, я поеду, оставлю там 500 гривен, а вы надонатите, и это то же самое будет, что вы приехали. Будете загадывать желания. Часов она уже пьяная, да? Она уже подбуханная. Что мне надо, чат? Машинки, ракеты, ножницы. Не, вот эти брошки нельзя брать. Нельзя их. Ну, типа ракеты только берут их. Да, мы вот тут оттуда вот. Что это такое? О, вы помните? Блядь, у меня столько вот этих хуйн есть. Столько вот этих вот значков есть. Вот это ты что? Прикиньте, коллекционеры как их собирают. Компасы. Компасы. Пиджак купим, да? Дорого коштує? Різні ціни. Такі по 100 гривень. Така 350, така 250, такі по 200. Зрозумів. Такі по 50. Блін, треба налічку поміняти, тому що я все одно хочу. Спасибо большое. Треба налічку поміняти, тому що, ну, в смислі... Так. Да.
Вот, видите, я же говорил, тут книги продаются. Тут постоянно эти книги. Ку-ку, хуюй, блядь. Она мне нахуя надо. Так, мені треба потрібно спитати, це хто такий, бля? Це хто у нас такий тут великий стоїть? Ого. Я на батю руку, вірніше, слово підняв. Я не знав, що він тут стоїть. Це Іван Федоров? Просто. Так. Вибачте, будь ласка, а де музей зброї? А от такий він прямо і там через дорогу літець, там зараз. Добре, дякую, дякую. Штормград, да. Так, все, все, зарядка повинна пойти. Коннектор. Боже, яка вона гарна, яка вона чарівна дівчина, боже, вона там в тому платі крутиться, йопрута така. Гарна дівчина. Та ти подиви на це платьишко, ой-ой-ой-ой-ой. Ладно, нормально, чат, все, тихо, не кринжуем, алло. Ну вона так покрутилась, поняли? О, вот там что-то есть, да? О, пошли туда. Блять, это брусчатка, можно, блядь, заспаркнуться, блядь. Вообще не перебегать дорогу по брусчатке, это вообще противопоказано, блядь. На асфальте можно наебнуться. О, тут зеленый, зеленый, блядь, скотиняка, пропускай меня, блядь. Ты куда едешь, блядь? Зеленый, блядь, чё? Не бачишь, что скотиняка, блядь? Я вообще, блядь, за руля не вынимал, блядь, лучше меня не снесли. Осуждаем такие здесь. Что это такое? Музей справа, я зрозумів, да. Скоріше всього він там, але я захотів сюди піти. Валіза. Для українця перестала асоціюватися з подорожами і мандрівками. Чого? Бля, я би якусь малышку на самом деле вцепив би, блядь, і просто познайомився. Пошли би где-то покушали, блядь, вона щось би розказала. Ми поїхали би потім покатались где-то за город, возможно. Она бы этот, много всего бы показала мне. Вот. Потом бы я ее выебал, блядь, и все, нахуй, и поехал бы домой. Доброго вечора, мы из Украины. Ты дурак, ей 15, долбоеб, я не про 15 лет, я просто про малышку какую-то, блядь. Тевочку, тевочку. А вон она, где, блядь, такая бью почти гарней, блядь. А, у нас хлопцем. Хлопок йде. Так, десь туди, да? Чат. Музей? Музей. То воно десь туди. О, смотрите, ебать, що показує. Три. А зачем он три показує? Три пива. Три пива, да, точно. Смешно, да. Красава, чего подхватил. Три пива заказывают. Это сильно. Ой. Давайте перейдем. Бим-бим-бим. Давай, давай, давай. Опа. Есть. Где-то здесь, да? А музей оружия. Музей. А, зрозумів, дякую. Та кудись. Воно має бути. Музей зброї, блядь, оружия. Ви не підскажете, а музей зброї де? Туди, вниз? Дякую. Зброї, блядь, оружия, хочу сказати. Блядь, там ти вообще стрів. Оля, какая, 12 років їй. І йде така, бля, в наушниках. Бім-бім-бом-бом, бім-бім-бім. Тичка-тичка. Зброя. Назад. Все, йду, йду назад. Сюди, правильно? Назад, в смислі? Сюди йду. О, от тут от піварні є. От тут ми покушаємо, я думаю. Та там щось дорого.
ничего себе, блядь, чат, ебать, мы попали в рай. Мы попали в рай, смотрите, нахуй, какое приспособление, блядь. Ебать шариков. Прикиньте. Там музыка еще и такая. Типа реально Италия, нахуй. Да. Так, то де той музей зброї, чат? Де той музей зброї? Я не бачу його. Ти де воно? Тут скотиняка така. Куда? Назад? Мисли назад. Так мисли назад, блядь. Мне сказали, вот туда, вот это вот. Назад, иду назад. Все, зрозумів. А меня туда с камерой, наверное, не пустят. Меня туда, наверное, с камерой не пустят. К сожалению, день рождения только раз в году. Да, чат, с первым днем лета, и через 5 дней у меня день рождения, готовьте бабки. Буду собирать, блядь, капусту с вас. А, да. Наліво, наліво, туди, так? Добре. Наліво, так наліво. Ну тут проходь тільки. От під арсеналом. От оно, чи ні, чи ні. Будеш ходив, підеш на ребра. Будеш ходив, підеш на ребра. В смислі, то туди взагалі не заходить, блядь. Що за, блядь, угроза, нахуй? Піздец, приїхав во Львов, блядь, угрожають, нахуй. Нельзя ходить, блядь, потому что на ребра уже пойду. Так, сюда, так, чат? А далее куда? Смуглось. А, синагогуэс. Синагоги. Куда дальше? Да в смысле назад? Вы заебали, где налево? Петро Братвайка. Дальше куда? Хорошо, вот назад. Куда? Направо? Налево? Налево. Налево. Сюда? Дальше. Вот сюда вот где-то? Туда? Если... Реально, блядь, то тут заблудиться можно. Бля, я уже запутался. Вы меня выведите потом, блядь, потому что я реально уже не понимаю, где я. Сам. Ну придется стрим офать. Wi-Fi арен. Ну и где? Вот музей зброї, да? Да. Вот он. Ось все, зачинено, блядь. Ебать, ну вот так вот, нахуй. Відео зброї, зачинено, блядь. Повилазило, блядь. Ти бачиш, написано, чи ні, блядь? Нахуй ми сюди йшли, блядь. Ладно, все, пошли попікапим тілочек. Здорово, чат. Телефон подрос. Вот так вот, блядь, вот так вот у нас, да. Ну вам надо. Вот так вот показуєш. Зарядка заебала. Бум. Бум. Во. Ебать, жестко, да? Думаю, вы увидели. Чому їм всім 12, блядь? Де нахуй нормальні дівки, блядь? Щоб піську помити. О, здорово. Що ти, як? Ти мене знайшов? Да, вже тебе знайшов. Що починаєш українською розмовляти? Та, питаюсь, але дуже тяжело, ну, іменно з людьми. Що там, кучат? Всім привіт. Всім привіт, львів'янин. Привіт, привіт. Мой Мокрівський? Мокрівський, так. Але в мене є підбородок зато. Хороша шутка, вирізати Мокрівського відправити. Так. Що, куди ти плануєш ти? Я не знаю, просто гуляю. Так, щось ти класно. Хочу, да, хочу покушати. Поїхали.
близко. Да. Тут багато місця, можна поїздити. Що, давай я хоча б з тобою якийсь блін кружок запишу? Кружочок, давай, звісно. Собі збережки, потім буду вийобувати, що уйобіще приїхала до Львова. Звідки уйобіще, це ви уйобічок. Мразь. Це підписчик, підписюнчик. Це Макрівський з підбородком. Версія 2.0. Капа. Не, ну я не знаю, я вже все походив. А що за городом є там, або в місті десь куди-то? Так, давай. Чуєш, Сань, до кого я зустрів? Бля, в мене руки трясуться, в мене мандраж. Йобаний рот. Саме уйобіще, король Казі. Ні, я король Реал, не треба. Якось дівчат трішки підступив. Бля, ти такий здоровий, 2 метри шланг просто. Метр 90? Я метр 96, але я вище тебе, так. Ну так, вообще гігант. Ні, нету, вообще все 12-16 років, все, бля. Вот это потолок, вообще не гуляет. Я только еще подходил до девчины, то я до якоїсь подходу, что она типа Vodafone и так далее, понял? А, ну. Я пытаю, где ты такие уебуки, что вот она туда пішов, я туда понял, короче. Бля, видите, вот какой байт. Он первый раз меня видит и не боится шутить. А вдруг я, блядь, злой нахуй, вдруг я сейчас, блядь, подзательник. Ну, ты здоровый, я близко, ты меня часом там нагибал и так далее, на рука опять, понял, да? Да, да. Разумеет, все, что я говорю. Хлопаки. Да, давно я этого слова не слышал. Старайся тут українською розмовляти, бо зараз підійде якийсь чувак, що ти з камери тут ходиш. Ні, це ісключено, я вже отрабатував цю річ, вже кілька разів, тому одразу слава Україні, поляниця і руку вверх. В смислі руку вверх? Я шучу, бля. Ну, типа кулак вверх, какой руку? Та о чому ти думаєш взагалі, бля? Ви стрімери, бля. Так, куда мы идем? Дальше. Не знаю, десь гуляю. Ну давай, веди меня. Где девочек ты много? Дивись, как я начну напрягать, ты мне так и кажи, иди нахуй, знаешь, что людина занята, хорошо. Что я расскажу. Хорошо, нет, ты мне просто расскажи, где этот, куда, да, и где идем, девочки. Идем до оперного театра, а ты там уже был, да? Там я не знаю. Я не знаю, был ли. Бля, я. Ладно, идем, покажу тебе. Добро, давай. А дай мне тут цацку потримать, пожалуйста. Давай, на. А як крутити, бляха-мух? Ну, воно само вирамлює. Які українські гарні міста, коли в них немає? Да, правильно. Все, та я стрімер. Чекай, бля, воно щось, бля, крутиться. Так, народ, зараз у нас 1800 онлайну. Підписуйтесь на канал Камік. Залишайте посилання в різних соцмережах. Посилання, так. За скам діда. Дідо, а ти ще чуєш, ще куриш ті мару, чи ти тільки один раз? Кидай мені цю арку привезти, будь ласка. У мене дзигарів немає, я останні гроші потратив, сука, на таксі, щоб до тебе доїхати, розумієш? Настільки я тебе не завезу, давай, ладно. Я, кстати, автор моєму Джингл Джангл, якщо що. Що? Ну, Джингл Джангл, пам'ятаєш, що ти писав, типу, що я тебе там вивів? Бля, це ти? Да, отвечаю, це я. Навіть є донати збережені, сука. Ви помните эту хуйню? Короче, Джингл Джангл, блядь. Ой, блядь, я тогда такую кринжуху свою, ну. Бля, я ж казав, що я з тобою зустрінуся, а ти не вірив. Бачиш? Так не треба мене Джингл Джанглувати, блядь. Так. Ти вже когось зустрічав з підписників чи ні? Здесь? Так. Ні, ще ні. Ви як раз там. Це ж піздець, правда? Як все класно. А куди ми? Так, йдемо до оперного. До оперного, так. Да. Це куди? Ще погуляємо, глядь. А це що, на Вішове? Ні, це не знаю. Я тут давно не був насправді, але я думаю, що це до пам'яті тим, хто загинув, скоріш за все. Ну, ладно, йдемо. Туди? Ні, йдемо туди, прогуляємося. Ну, щось погуляємося. Добро. А ти наскільки, до речі, до приїхав? Я не знаю, до вечора, мабуть. А потім хто? Домой. И так прокататься, чисто развеяться, чисто, не знаю, да, это вечера. Типа сегодня уже не смогу уехать, но, правда, сейчас зарядка будет фуловая, это вообще круто. Вот это меня очень радует. Первый раз, блядь, взял машину и будет фуловая зарядка. Бля, я так трішки, перестав за тобою стежити, мав справи, там роботи, вся хуйня. Потім дивлюся, в телеграм сьогодні заходжу, камік у Львові, я чик-чик помився в душ, там, щоб до Джингл Джангл приготуватися, розумієш. Круто. Зразу до тебе, ну, взагалі. Кайф. Я, в принципі, перший раз стрімера бачу в лице, скажімо так. Просто мати, він вже був. Так, я його відвезу домой.
А тут метро нету, да? Нет, у нас метро. Да, вижу. Но такие уебищные трамваи, это просто пиздец, бля. А что самое? Такое конченое, бля, пиздец. Пора уже трамваи нахуй, потому что они слишком засоряют дорогу вообще. Ну, то есть, с таким количеством машин, с таким, ну, типа, нужно что-то думать. Трамваи, это уже прошлый век. Тут график плотный, господи. Да. Кажу график, трафик, бля, ебаный. У мене кажу, у мене трішки мандраж зі стрівками, блядь, трішки переживаю, народ, так що. Та, народ, розслабся, все нормально. Оля, какая идет. Ох ти що. Та шо, ти що, боже. Навели крінжатури, давай я буду знімати, а ти будеш виїжджати. Ні, я сам, я в цьому процесі сам все делаю. Так куди ми, к Коперному или ні? Или ми куди-то? Ага, я понял, ми в обход пошли. Ну, вона в наушниках, то краще не пихати. Да, но я бачу. Зараз застрашиться ще. Со страха начнет кричать полиция. А вот эти курвыки. Курвык? Курвык, как дела? Как дела, блядь? Готовы к бою, блядь? Давай, давай, блядь. Руку, блядь, к этому. Криво, криво, блядь, к затылку положи. Это наши пацаны, ребят. Камик, ну тут воняет, идем спицы. Это на наши пацаны, алло, давай, блядь, отдай честь. Смирды, ну, отдай честь, давай отдай честь. Иди нахуй, давай, отдай честь пацанам, блядь, пиздец. Они на задание боевое скоро идут. А, ну да, наши биосброя. Да, биосброя, блядь. Самые высокие технологии. Их нельзя трогать. Здорово, бро. Как дела, блядь? Этот побитый, это, блядь, только с фронта прилетел. Смеете, чувак в штанах Бальмейн, весь такие солиды и так далее, стоит, блядь, біля смітника. Ну что за хуйня? Нормально, блядь, да. Авіація, да, наша авіація. Ну, Зарина, мене розумієш, бо у мене таке враження, що ти так. Ну, ні, типу, все нормально, там всі розуміють. Там половина таких. Супер. Ой-ой-ой-ой. Нормально так. Я бы хотел куда-то еще, что за городом есть интересное? За містом? Да. Ну, за містом я тобі, якщо чесно, не підкажу. А в городе вот это все, да? Все, все, что есть. Ну, бля, ну можно еще на высокий замок сходить, тебе там чуваки в чате. Это ездить, ехать нужно, да? Можно и пешки сходить, на самом деле, оно недалеко, но не. Можно и поехать. Давай, не, ну, не. Там чисто походить так. Но там надо, чтобы парковка была. Надо, чтобы паркинг был. Не, я нашел быстро. 40 гривен час. Че, ну, я говорю, зарядиться. Он говорит, 40. Ну, у нас парковка еще платна. 40 гривен час. Все, давай, я думаю. Мы сейчас входим в эту зону. Тут может быть чувихи. Кто? Чувихи печатать может быть. А, чувихи. Тут, короче, чувихи. В этом районе их достаточно много. Так что можешь... А вон, смотри, какие идеи идут. Давай, твоя правая, моя левая. Ты что, долбоеб? Та правая и 13 років. Бля, это ебаный. Вот, да похуй. Тебе сколько? Не 19. Нормально, там плюс-минус, это, бля. Шо плюс-минус? Подождешь годика 2-3, бля. А шо сразу, бля? Сразу нырять туда, че шо, бля. А вон, две сидят. Моя левая, твоя правая. Тьфу, наоборот. Вообще, отмена, короче. Давай, сидеть. Как раз тебе по возрасту. Нет. No way, чат. No way. Чата, когда я вот так вот разворачиваю, нормально меня видно? Вот так вот? Нормально? Это новый формат стримов, вот так вот буду, бам. Когда этот... типа, поняли, когда разговариваешь вот с кем-то, раз, и потом раз, такой, свою эмоцию, типа, ты что-то говоришь и начинаешь рассказывать, потом раз, и на нее переверну. Вообще изи, бля. Я уже наловчился. А, это мама с дочкой. Ну я ж кажу, иди. Бля, ебать, ну я мамочку готов, но... В смысле, познакомиться. Знаешь, тут типа скейтеры, вся эта тусовка, ну, короче. Да. Тут не можешь ловить, да, треба дальше идти. Разумею. Что там, летом в Киеве будут шашлыки? Ты обещал, что там... Да, после войны, а когда она закончится, блядь, вот непонятно. Ну, может, потому что, ты понимаешь, какое-то большое празднование делать, это, блядь, нас выгонят и сюда. Ну, еще на весь интернет, блядь, обозорят там, блядь, и так далее, и тому подобное, поэтому... Боже, как он старается. Как тебе моя футболочка? Ш,
русский военный корабль Динапи, да я кажу, ты вообще, ты звезда, штаны Бальмейн, Найк, кроссовки, ты вообще ебанутый. Бля, я забыл одни кроссовки взять с собой, пиздец, просто в одних кроссовках они не успеют проветриться, будут вонять, блядь, надо на химчистку будет давать. Так, мы переходим, тут никого нет. Да, все отлично. Я вообще жару очень классно переношу. Вообще ничего не чувствую, чтобы пофиг, даже в черной футболке мог быть. Типа мало потею. Не, ну на самом деле пот есть, но я типа не чувствую его особо. Какие люди интересные. Сегодня старики, блядь, шестницы. Тебе якась погана карма, бачишь? Да, ты приехал. Да подожди, это еще не вечер, час всего лишь. У меня, блядь, хожу, блядь, с пробежкой будто. Всего лишь час дня. Да. Ты хочешь кушать? А что, ты мне ставишь? Бля, ебать. Папик сегодня мне получается. Получается, что папик. Портрет. 1 минута. О, ебать, на 1 минуту. Так это уже, блядь, уже портрет мне нужно делать. Это и так я. Да не. За минуту. Или дольше. Если дольше, то я плачу вам гроши. А если швидше, то вы мне полинули. Ого. А у вас наличка только, да? Блин, у меня нету налички. У меня карта. Ладно, сейчас выменяем где-то день. Бля, чат, реально, надо поменять. Вернее, бля, и доллары есть, нахуй. Вот доллары лучше поменять, мне кажется, на наличку. Хотя не, бля, лучше наличку снять. Каких-то 500 гривен, бля. А сколько стоит? Вы так и не спросили. Портрет. Я не буду, чувак, это же типа... Древняя. Это твоё... А, это мое, бля, ебать. А как оно так выпало? Жесть, блядь, чтобы паспорт еще не был. Короче, у меня замочек сломался. А что, чат, как ты сделал? Почему никто не приходит? Да, я только запустил. Пока доедешь, ты, я на машине тут полчаса, блядь, только петлял. Приходиш, ти скинув точку в телеграмі, що ти десь біля Магнуса, потім ти вже тут, а біля Оберна, потім вже там десь, короче, але тут обозначив. Все, пізда. Бля, ебаный в рот. Минус бананка, чат. Ну типа замок разошелся. Все, бегает. Надо будет вот так вот носить. Ладно, похуй. Сколько мы уже стримим? Час? Ты у нас любитель фонтанів. Може скупаешься? Ты же любишь поныряти у нас. Да, не, ну подожди, я то скупаюсь, но это дорого стоит. Ну, у меня грошей нема, так понятно, что вот. Макдональд. А маки закрыты, да? Конечно, да, Макдональдс закрытый, у них типа зараз вроде волонтерской деятельностью занимаются, там помогают. Ага, я дружу. У нас типа KFC, там просто таких. Але мне старый фонтан больше понравился, цей сучасний, він, ну, такий собі насправді. А там круглий був, да? Так, і він якраз підходив під архітектуру, а це я вважаю хуйня повна. А ладно для дітей, посмотри, які вони щасливі. Вони всі мокрі, щасливі. Ох, ё-моё. Яка гарна дівка пішла, такі сися, бля. І що ми куди? Куди далі? А, вот это все, да? Куда хочешь, да. Не, ну типа вот это здесь тёлочки должны были быть. Ну да, мать, блядь, ще можна піти. Вон по бабкам, короче, да. Є ще, короче, варіант, можна піти зараз до мого універу. Тут недалеко, 2 хвилини йти. Там, короче, є парк, і там теж дівчата сидять. Можна сходити глянути, в принципі. А далеко йти? Ні, 2 хвилини, чувак, тут близько. Ні, ну я просто не знаю, що для тебе далеко, може ти, бля, привик тільки їздити, яку візьми. Ну... Если можно поехать, но нет. Спасибо. Не, тут ближе, ниже до твоей машины, значит. Да, понял. Тяжело, ну, именно тяжело языковый барьер будет пройти, то есть мне переключиться на украинский язык очень тяжело. Ты, ну, ты ж привык сейчас в российский. Да, и что я подойду? Доброго, блядь, я даже не знаю, как начинать. Так. А ты вроде сказал, что ты с батьком на украинский. Нет, так переключиться сложно, понимаешь? Дуже тяжко вспоминать слова, а с батьком, да, то якось простіше все получается. Нет,
Сколько? 10 минут? Да нет, вони писать, які хвилини. Ну давай, после. Ой, ля, какие татыш. Не. Ё-моё. Что они роклят? Что вы пишете, блядь, чат? Вы что, охуели там, блядь, мрази ебаные? Как дела у вас? Доброго вечера, мы из Украины. Доброго ранку. А, вот, мне направо. Мне направо, и там моя машина. Все, я запомнил. А я бы там, кстати, пошел, прикинь. Я забыл про машину, теперь вспомнил. Направо. Не, направо это к машине, ребят. Мы сейчас после универа сразу на машине, ну, поедем куда-то. Короче, станем, где-то покушаем. Куда ты планируешь? Ты планируешь на высокий замок, или ты хочешь просто покушать? Ну, на высокий, да, и в этот, и покушать. Там можно на высоком замке где-то покушать? Честно, не знаю, я там давно был, но может сейчас есть зараз. Розумію. Ой, я какая. Офицер. Офицер. Речі, у нас дуже багато дівчат поліцейських, не знаю, як в Києві, але у нас пізер парадок. Ля какая, ля солнышко моё. Ой, здравствуйте. Девушка, здравствуйте. А вы на ресепшене, типа, да, стоите? Тут фоткают. Подождите, мы тут знакомиться вообще-то. Вы мешаете нам. Ой, слушайте, а вы слишком зажато стоите. Вам надо как-то раскрепоститься. Вы не можете вот это вот. Не, почему? Я хочу посмотреть. Вот заслушалась. Ты же фотомодель, ты должна быть открыта, ты понимаешь? Вот я тебя первый раз вижу, я готов с тобой целоваться уже, понимаешь? Я так настолько открытый. У нас сейчас время ограничено. Добро, добро, добро. Гарного дня. Ебать. Ти замітив хуйню, коли ти це робиш на стрімі, я дивлюся через екран. Я якось скрінжовіша, коли рядом, то якось не так фокусить. Да, ну потім... Бля, она так зажалась, вообще жесть, блядь. А что за фотки получится? Она зараз занята, ты видел? Ты видел, сколько у нее, блядь, штукатурки наебали? Да, вообще. Просто пиздец. Здесь там нужно просто, блядь, снять как маску, понял? Да, да, да. Может, она маску забыла смыть. Крызово так. А KFC-шки работают, кстати? Я ж кажу, KFC пицца. Наебали? Ну, в смысле, на лице. На лиці, бля. Так, чорт. На лиці дуже багато штукатурки. Так, так, звісно. Чат, хочете со мною, блядь, ласковий поцілуй? Нормально там, блядь? Чи какой фу, уф, блядь, пишите. Уф. Это називайте тепер уф. А фу другое, блядь. Фу это другое. For this life I cannot change. Hidden hills, deep of this man. Здорово. Так, мне надо держать вот эту хуйню. Потому что, блядь, она может рано или поздно выпалиться. Не, пока что никто не доебался. Этот. Бля, вот тут мода такая на черные штаны, бля. Пиздец, где попочки, блядь? Где нахуй пиздец, бля? Попал будто, бля, в какую-то деревню. Наливо. Наливо, да? Камик, Вечеряков, гуляй по Львову набагато краще, да. Да, хорошо, Львів. Хорошо, наверное. Львів вечірній просто пиздатий. Ну, я не можу з Києвом зрівняти, тому що я в Києві ні разу так не був, типа. Окей. Ну, зараз така чат, екскурсія по этому. По замку какому-то, или что там. Да. Да мы сейчас в парк к тебе идем или на замок. А, нет. Идем в парк, потом к машине, забираем машину, едем на замок. И там где-то сядем покушаем. Блядь, чат, вы видите, короче, как он меня с подворотни достал, блядь. Он вылетает под ворот. Как, блядь, ебать. Я же испугал, уже дома пизда мне, блядь, чё. Ну да, все, пришло бы это ебало за российскую. Ну, ні, хорошо. Насправді зараз всім похуй, хто на якій мові розмовляє, просто, ну, типа, скажімо так. Ну, я вважаю, коли ти живеш в цій країні, ти маєш знати державу.
Да, ну знаю, да, да. Дуже гарно розмовляє українською мовою. Милозвучніша мова. Милозвучнішої мови не буває, немає на світі, ніж українська. Бля. Да, хорошо, хоть никто сейчас не пиздит меня, блядь, за то, что вообще снимаю. Не, ну типа, я думаю, блядь, фотки, вот это все разрешено. Да, не, ну зараз просто вже прийшла та мода, типа, доебуватись за камеру. Я останній раз бачив, коли до стрімера доебались за камеру, це коли злий був в себе, блядь. Да, в барі, там блядь. Там якась бабка, типа, да що ти тут знімаєш, блядь, ну короче. Было такое. А он говорит, поляныц, бля, он же так ответил, боже, блядь. Не то, что, не то, что кринжово, а вообще ужасно ответил. Не, ну Артур якийсь такий, блядь, я не знаю. Артур? Живой? А чё? Не знаю. Дивишся на нього, якесь, ну, таке враження дивне, розумієш, складається. Ага. Ну, не, нормальний в житті. Може він в житті інакше, але краще. На стрімах, блядь, для мене всі уйобіші. Мороженку хочеш? Или ти по віскарику? Блядь, ти говорив 2 хвилини, блядь, піздець, ми вже б'єбашим 10, нахуй. Ти довго йдеш, чувак, ну ти просто... В смислі, нахуй, піздець, блядь, машину би взяли, блядь, ёбаний в рот. Блядь, сейчас, піздець, піздець, чел душний, блядь, сказав 2 хвилини, нахуй, наёбывает, блядь, піздець, стрімера, блядь, 10 минут ебашим уже, блядь. Я думаю, ти понимаєш, що нам ще назад столько? Я думаю, що нічого не станеться, якщо дід трохи прогуляється, розімна кості, я думаю, що ніхай, все окей. Что мне разминать там уже? У меня... Ты в зале не был? Ну, в зал завтра. Зал завтра, все, да. Видишь? Один день пропустил, все. Треба трошки разминать. Посмотрим. Шли нахуй школьника, закаебало, сука. Уебище. Согласен. Так, дивись, ми зараз тут перейдемо дорогу, так. Коли там погуляємо. Все, окей. І потім душить вас все. Ой, бля. Ні, чат охуєнний, просто до моєго попадається. Треба їх ставити на місце, сука. Ти поняв, уйобище, бля. Як діва? Среда, да? Еще среда, понимаешь? Если бы суббота-воскресенье, я думаю, побольше бы было. Вот здесь перейдем, да? Да. Сегодня такое охуенное небо, бля, пиздец, я вам отвечаю. Бля, аж пешеходные переходы, блядь, не видно, нахуй, из-за неба. Так, о, ё-моё, вот это прямая такая, да? Большой парк? Ну, відносно такий, типу. Погуляти можна. I call police. Ти, блядь, в рот берёш. Так. Так чё, в універі уже не шкільник, значит, не шкільник. Да, не шкільник. 20? 19, 20, що немає. Понял. Ну, нарешті в тіні зайшов, бля, яка жара, пиздець. Охуєнно. Не, прикольно, мені нравится. Я обожаю жару. Можна сюди, короче, бар проявляться, і тут ще багато території є. Можна подивитися. Ну, давай, Вер. Ну, я поки що одних бабушек, дедушек вижу. Універник, виходить. Да, універник. Да, давай направо. Туда нету смысла йти, да? Фух. Жесть, сейчас уже, блядь, не привык к кирилл-стримам. Уже, блядь, здесь. Да, одни бабушки здесь. О, ля, какая не отмена. О, книжку начитаю, блядь, все. Это все, блядь. Чицевин. Давай туда. О, тут хорошо. Блядь, тут клещі є, да? Мало його даю на провокзальну. А там на провокзальні є такий контингент, чувак, що просто піздец. А що? Та, блядь, я забаню, якщо я скажу, хто тут. А що тут? Ну, блядь, що? Краще туди не йти, коротше. Там б'ються, чи що? Та не то, що б'ються, ну там просто народ такий, типу, знаєш. Багато
что, скажем так, хороший продай. Типа, блядь, порежут меня? Что? Може і да, ну просто знаєш, побачить камеру, блядь, а вони такого ніколи не бачили, вони такі, ой, сука, може доїбатися, спокійно. Ой, бля, стільки в Києві вже було, блядь, случаю. Ви так індіани, що тільки можуть доїбатися, тобі. По ньому, по лісу видно, що, блядь, що він трус. Он цикло, блядь, и просто начинает нагружать. Сколько он раз уже убегал, блядь, с камерой, потому что ему запрещали снимать чат? Я вот не помню. Ясно, быдло? Кто? Кто быдло? Да, блядь, ничего тут толком нету, да. Поехали назад, поехали, веди меня, блядь, на там, где я скрин кидал. Так ты меня веди, я уже забыл, да ты, блядь, машину поставил. Ты же маешь комментарий, блядь, тачку. Ну я помню, что здесь блядь. 12А, что-то там, блядь. Какая-то улица, 12О, полиция. Полиц. Это, наверное, велосипедная полиция? Да. А что они делают? Блядь, патрулируют. Патрулируют? Тут же парк, что тут патрулировать? Не, ну типа тут просто может кто-то сидеть и бухать, знаешь, и они типа подъезжают, кажут, типа захувай, блядь, або выкинь там. Вся хуйня. Не, ну может могут и административку выпить. Короче, нам, ну, введи, посмотри в телеге этот скрин и введи там улицу, вот эту вот, отель, куда нам идти. У меня просто один телефон. Вот, вот, да, 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 да. Академик. Сколько там пишет, где? Сейчас, сейчас. Подрубка пауэрбанка. Есть. А сколько там идти? 450 метров. О, это быстро. Не, ну тяжело чат, вот серьезно вам скажу, тяжело именно общаться на переключаться, общаться на украинском языке. Ты стримишь и для, ну, для двух аудиторий, для Кремле фобов, так сказать, своих, ну, блядь, ну, есть же люди, типа, с России, которые нормальные, которые, блядь, смотрят, хуйню не пишут, блядь, которые, блядь, вот, главное, чтобы за войну, блядь, не топили, а то, блядь, долбоёбы ебаные. Да, Кремле бот, ну, это ж, блядь, боты выскакивают, там, блядь, модератор у меня есть. Да, маловато. Ну, короче, да. Возможно, по-вечернему еще. Да, скорее всего, прогуляю. Вообще. Ну, интересно будет, что тут вечером делается. Да. О, это на этом, на дудке поет. Ягарна дикчина. Подожди. Сейчас влюблюсь в автограмму, одну зарядку. Грустненько. А что, что еще раз? Кажу, сколько ты раз зарядился до того, как до Львова доехал? Пиздец, раз за 4, наверное. Или 5. Подожди. Ну, Житомир, Винница, Тернополь. И в Золочеве, блядь, останавливался. Пиздец, просто по 10 км. Почекай, я тебе там момент хапанул, за что я так и не понял. Бля, хорошо ты на стриме спросил так. Ну ладно, я больше не говорю. Короче, обгон, чат. Обгон. Короче, там, блядь, спуск и вверх такие. Да, окей. Короче, там был, ребят, вот так вот спуск, вверх подъем. И, блядь, ну, вторая, типа, нормально все. Ну, полоса свободная, типа, блядь, сплошная. Вот. Я просто по сплошной ебанул. Ну, типа, блядь, можно ехать, там фура едет, блядь, пиздец. Нету развилки, ничего, и видно все, обзор все есть. Пошли. Думаю, блядь, это светофоры, было, блядь, да. А это какого, каких, блядь, времен они, нахуй? Что, почему еще не поменялся? В смысле, блядь? Что ему уже, блядь, 100 лет, нахуй. Светофоры уже, блядь, не в моде. Бан, за что бан? Ты же этого не видел. А я тебе рассказываю фейк, я просто, блядь. Короче, цепанули меня, я... Говорю, там туда-сюда, говорю, да, давайте быстрее оформляйте там и все. Бля, чуваки, бану не буду, я бачив відос старий, і реал там, де він з
Эвелоном, Индианычем, блядь, на Анатоме, на Порше. Пиздец, я в ахуе был, как ты ездишь, чувак? Да нормально я езжу. Я хорошо езжу. Не, ну там, типа, бля, чат, ну, такое без нарушений, если считать, что у нас вообще выше 110 километров вообще нельзя ездить, а трасса у нас на 90 километров, то я, считайте, всю дорогу, типа, блядь, ехал. Ну, так все ездят, типа. Ну, было такое, ну, типа, 209 километров, по-моему, максималка была. Ну, то есть, я даже не заметил, честно. Я ехал просто, блядь, смотрю, нихуя себе, 209 километров, блядь, разогнал. Типа, машина классная, не этот, не кидает и ничего, руль не трясется вообще, блядь, кайф получаешь. Не чувствуешь скорости, вот. Мешки. Типа, танковые ёжики. Ага. Мне интересно, что кто-то, блядь, закрывает. О, лякка. Полицайка. Бля, ладно. Куда? Обратно. Я хотел сказать, что вам пасуется форма. Пасуя. Вспоминав слово. Она уже седая, блядь. Буба, 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 да, чат, бубу в чат. Буба. Блядь, мне вот эту хуйню надо постоянно держать, потому что может все вылететь, блядь, там и паспорт. Нравится, как он усыл? Да не. Мне не тяжело держать заебисто. Куда, где-то туда? Не получилось в камеру сумку спустить. Согласен. С толярами. Да нет, там только 100 долларов и все. Похуй все равно. Ну что, чат, на тёлочку похоже, бля? Будем ебать его сегодня? А, что? Что ты рассказываешь? Ну, блядь, ну я говорил, у меня план был с какой-то девочкой познакомиться, и она мне город покажет. Вот, я говорю, типа, пацанам, блядь, сойдёшь ли ты за тёлочку? Я кажу, ти сьогодні мій папік, ти сьогодні мене годуєш, бля, ведеш в ресторан, да, катаєш, так що. Брів? Да, я якраз, я ж кажу, бля, перед тим, як тебе їх, ти в душ побрився, все, хуйня. Все, хватить, бля, фу, бля. Фу-фу-фу-фу-фу. Джингл-джангл. Бля, фу-фу. Фу-фу. Все, хватить. По ревки все регаюся, блядь, не обязательно этот, но регаюся. Я не граю в казино. Не, это хорошо, а просто зарегался? Не. Блять, ну пиздец, вот, блять, вот и все такие нахуй смотрят, блять, контент и так бесплатно, все, блять, я врубаю донаты 500 гривен, блять, и все, с вами не общаюсь. Вы обязательно проиграете. Не, так это так и есть, да, это ж, блять, это ж удовольствие для богатых, блять, а просто зарегаться, блять, это святое должно для вас быть, вот серьезно, вас надо учить, чтобы, блять, вы помогали мне. А, да, сюда вроде, да? Чат, так что да, зарегайтесь по ссылочке, там есть, пока я здесь. Пусть этот рефералы копятся. Вот. И все, я же написал пост, блядь, что этот, ну, реально раскаивающий пост. Все, я больше казиков не буду брать. Вот. Новых и так далее. А так, блядь, просто не помогаете мне. Мне приходится, блядь, брать новые казики какие-то. Спасибо большое за понимание. А вам не трудно? Две секунды, да какой две секунды? Минутку уделить, блядь, бим-бим-бам-бам, зарегался и все. Ничего не нужно делать. Казик не нужно играть. Это правильно. А где? Уже на месте. В смысле? Покажи. Покажи карту. Ты куда? Тенек сам. А. Бля, я думал, он меня бросает. Ты что, бля, ё. Привет. Ну, дальше. Так, бля, выключи эту хуйню, блядь, 3D, вот эту, блядь, уебанскую. Блядь, чел, давай выключай, хуй знает. Вот, за умовчиванием. Вот, все, мы тут, бля, ёбаный рот. Да мы с другой стороны где-то. Ну, давай погуляем. Да подожди, погуляем, надо знать, куда идти. Налево туда вроде. Я бы там вышел вроде, сюда шел. Блять, все, где твое авто там? В подземном мире.
Так покажи, выключи вот эту, блядь. Ты... Чувак, ты так заебываешь, серьезно. Ты поставил свою машину, не знаешь, да? Да в смысле, мне на вибратор нужен. Бля, пиздец, у него, блядь, члены там, блядь, в этом, в телефоне, он не хочет давать. Ему. Не, ну серьезно, просто этот, выключи вот эту фигню, там, где деревья и так далее и тому подобное, чтобы понимать. Мне кажется, он просто по замолчиванию у тебя стоит, и типа, ну, можно выключить. Там есть, ты нажимал. Подожди, стоп. Вот, вот сейчас буду. Да, ну, Риус Hotel. Значит, нам туда. А чё мы сюда пришли? Да, бля, ты мне напряг руку, я настрашился. Бля, он, короче, уже перебывал, он уже всё. Да, такие уёбища, 2 метра стоит, як не бояться, чуваки. Да не, я тебя не бить, я просто тебя спросить, а ты, бля, ну, типа, телефон мне твой не нужен. Просто по факту. Да, вот там вот. Вон, и слева, да. Это я здесь, короче, вот туда вот до конца улицы доехал, мне налево чуть-чуть и сразу налево, вот. И прикол в том, что этот, не могу нарушить, типа, налево, потому что односторонние менты стоят. Я у них спрашиваю, говорю, а как мне сюда попасть? Говорит, тебе нужно кружок делать. Говорю, а сюда нельзя? Говорит, так, бля, односторонний рух. Односторонний рух. Спасибо за Теслу, я уже в Тернополе. Куда ты там в Тернополе, чё? Никуда ты не уедешь без карточки. Можно перейти. Может быть, в этом отеле поесть? Не, не хочу сейчас. Не хочу сейчас. Так, талончики. Где тут? А ресепшн там? Там, да? Спасибо. Ну это что-то у вас. Сейчас секундочку. Так вот бывает, сейчас пару секунд. Да, в смысле? Да нет, там все есть, девушка. У вас обмен долларов есть? Да, у вас секундочку. А вот, у вас где? А. Сколько? Какой курс? А вот на улице, я хочу что-то привезти. На улице. Я понял, хорошо. Давайте мне талончики. Сейчас все, письмо. Спасибо большое. Сколько там? 35-20, да? 3500. Короче, ладно. Let's go. Давай, ты сейчас штурманом будешь, бля, потому что этот. Так. На, держи. Пауэрбанком тебе даю. А, блядь, хуй там. Ладно, пошли вместе. Надеюсь, не упадет трансляция сейчас. Потому что у меня же телефон надо отконнектить. Там трансляция, возможно, прервется у вас на чуть-чуть. Надеюсь, ничего не будет. Постараемся, чтобы не пахнет. Ну, она прям здесь стоит, возможно, не потеряется трансляция, кстати. Шо F, блядь, что вы там рассказываете, блядь, какой F? Пишут, блядь, пугают меня, долбоёбы. Так, на, держи. А, подожди, стой.
Сейчас я. Так, на, держи. Вроді все працює. Бля, що з тою залупою? Вона сіла чи що? Якого хуя? Пізда. В смислі в каміка? Ви про що? Пиздец. Дидо, выезжай. Вище камеру, то я якби знав, як тим стабіком керувати, я б вже, блядь, це, підняв би камеру. Джойстиком. Давай. Є, все працює, все працює. Бля, відкрий двері, в тебе ще якась хуйня впала, тримай. Єба, серйозно, хуйня, блядь, Паша. А де? Здесь? Біля зарядки. Пиздец. Фу, нарешті, бля. Вот так два раза. Та-та-та, все, я понял. Вот так два раза. Що, забувай високий замок і все? Так, значить. Чел у 5К за паспорт. Та я навіть сам не замітив, мені в чаті сказали. Ти в курсі, куди ми їдемо, ні? Ну да, на високий замок, ти ж кажеш. Куди, блядь? Ну забий в карті, да? Lil Uzi Vert! Ти не присяг. Бля, що сранце? Бля. Чуєш, як курю два рази, блядь, нажати і що? Пацани, сорян, ми трохи перевернулись. Блядь, яка нахуй пам'ятка, блядь. Ебать, говорит, недалеко иди, нахуй. О, ебать. Интересно, а чат, а вам нормально все слышно? Народ, как по звуку?
покажи, что так. Да, все отлично. Блядь, я забыл аварийку. Блять. Где там, блядь, нормальная музыка где-то должна быть, блядь. Не могу с телефона. Нихуя она не зелена. Львов красивее Києва? Ні. Ну, розумієте, чуваки, у Львові своя атмосфера, своя архітектура. Мені здається, в Києві такого просто немає. Київ, він більш такий, типу, сучасний, бля, а Львів — це древнє місто. Ну, я в Києві не був, тому не можу говорити, скажімо так, порівнювати. Swag, swag. Ну, блядь, ну ты, блядь, долбоёб, нахуй, ебаный, блядь. Ха-ха. Так заебёт, нахуй, блядь.
Ну из каждого пешехода пропускать. Давай, я тебе еще пропущу. Уебать! Где отгазуя? Ой, блядь! Пацаны, мене аж прижимає, блядь, до крісла. Блядь, ну там пиздец. Подождут еще, блядь, там пешеходы, блядь. Они должны, блядь, задержаться на 5 секунд. Каждого пешехода пропускают. Пусть собираются, блядь, а потом поедут. Сань, не злись, пацанка. Оператор, отрабатывай, помой лобовое. Заторы ёбнуть, да. Нет, да, блядь, сейчас вы, блядь, в Киеве в пробках не бывали. Тут вообще, блядь, тут пробка, блядь, минуту стоять, да, и красным светится, блядь. Это вообще, блядь, копейки, да. И что я буду делать, блядь, тот встает, нахуй, этот встает. Тобі якийсь трек Future сподобався недавно, якщо не помиляюсь. Ладно, это то.
Да. Підходьте. Говорю, думаю, где паркануться. А вон туда едет, подожди, в смысле. В лес едете, да, я так и запланував, чуваки. Зараз я діда в ліс веду і, подожди. Ну, Джингл Джангл. А, так он там паркується, да? Я вже запланував Джингл Джангл з дідом десь місяць тому, чи два, напевно. Ага, так що? Хуянгл, бля. Ну, бачите, бля? Все продумано, чуваки. Все продумано. Бля, паркануться реально не буде, пиздец. Ага, ты хочешь сюда, окей. Что за сбор, блядь? Треба враховувати, так що людей зараз дуже багато. Так, відкрий задні двері, я там телефон проїбав. Машина? Да. Він впав там зараз, секунду. Ти просто як дав газу, то він випав, скажи. А, я понял. Я ще курточку тут залишу, щоб не ходити. Якось буду виходити по мені. Вроді би все окей. Давай. Тримай. Чат, як ви там? Що там по заряду? 57%. Нормально. Пауербанку стрім, він... Хороший пауербанк. Так, кнопочка ще? Так, кнопочка. Він став. Сам открой. Я понял. Деревня. Нажимаешь? Ой, вот сюда, кай, смотри, кай. Вот сюда вот. Shit. И теперь берешь за ручку. Ты то, аккуратно, блядь. Вот, давай я убеду. Сейчас бы побить машину чужую. Красава, бро. Все. Все, мы доехали, пацаны, играешь тут. Долго? Сейчас, а нормально трансляция не падает? Нормально? Связь плохая. Они сели сейчас. Они просто сели. Падает иногда. Не, ну это когда мы ехали, наверное, падало. А сейчас нормально должно быть. Хотя, блядь, есть, тут могут быть блокираторы. А долго идти? Ну, так. Так вон уже есть. Чуваки, тут немає куди ти стрім. Я пам'ятаю, що ти стрімив, так що. Все має бути заїбати. Та-та-та-та. Когда ехали, не было ни одной. Что, да, трансляция, чат, или нет? Фух.
Давай быстрее, бля. Быстрее напрягутся ноги, бля. И быстрее потом отпустится. Бля, тут еще тяжело идти по этой хуйне. Ну да. Инколы лагали. Понял. Тут разумел. Все, вот мы дошли уже. Или нет? Пришел 50 метров в гору и уже все. Кто? Я. Ты? А, ты куришь? Від тебе научился? Не, у меня нормально все. Вдыхалка. Фу. Не, ну ноги почувствовали. Завтра. А, послезавтра день ног, да. Да, чат, не густо тут по девочкам. Может вечером, да, действительно будет что-то погулять, выйти еще. Я так, знаете, сейчас чисто, не знаю, посмотрим. Может заправлюсь и поеду, блядь. У Булки был, в Житомире был, у батю наведал. Вот, вот самая главная задача у меня были. Не туда, говорят. Ну, куда хочешь, чувак. Это все оно? Да, просто гуляем, ну типа. Что? Не, в смысле гуляем? Куда вы его хотите позвали? До, к этому, к замку. Хочете прям туда? Ну давай туда. А куда идти? На панцирь человека. В гору. В гору его. В гору его. Деда в гору. В гору до вышки, вот туда вот. Вон вышка, чем? Ты шо, блядь? Сейчас я по вышку завезу и про. Да? Не, блядь, это вроде бы радио читало вышку. Ну, да. А вон есть, смотри. Сидят этот, кушает. Можно там покушать. Если есть оплата картой. Нет денег. No money, no honey. Я не понимаю, почему, блядь, до 75% только зарядилось. Где машина, пиздец. Тильт. Я думаю, сейчас приду, будет 100%. Прямо сходить. Сходили сейчас. Прямо. Да, покушать или где-то в центре. Стой, бля. Чат, какие нормальные заведения есть? И поняли, типа, такой высокий уровень. Сплит. Бля, Сплит. Сейчас поворот на сходы направо. Все, я вижу, да, чат, я так и подумал. Пацаны, Сплит, это вроде бы клубик, что ли? Там особо, блядь, не похало там. Еб чизбургер какой-то, блядь. Какой чизбургер? Че, нормальная еда. Чтобы, блядь, как-то, блядь, кровяночка была там, блядь. А, все, нельзя, чат. А туда нельзя. Все, ГГ. Там закрыто. Ну, я понимаю, почему. Потому что, ребят, война идет. Типа, это ж точка, где можно всю, блядь, территорию чекнуть. Не, пацаны. Заработать. Там пристрелят просто и все, нахуй. Не будет. А туда что идти? Мазох. Короче, едем, блядь, чат. Едем, покушаем где-то. Ну, серьезно, типа, блядь. Что, я хотел... А там замок, да? Да, там до горы подниматься. Там можно для автосемиста, типа... На лысу гору какую-то, бля. Перевазь. На лысу гору можно. Перевазь, туда ходят. Бля, это не опасно, ребят. Не, ну, если закрыт... Я же хочу есть, так. Да нет, так, в Криївку. Ну там, блядь, 100 грамм надо пить или нет? Так, в Криївке. 100 грамм, ты на машине, чё? Там нельзя? Нормально будет? Что? Все, Криївку, да, ребят. Все, я забыл, как она называется. Перевазь, туда ходят. Бля, открыто. Если туда ходят, то, блядь, только своина. Но я не хочу рисковать, потому что я на стриме и ответственность есть за это. Это как, блядь, на красный свет идти, понимаешь, или ехать. И никто не нарушает правила вообще. Мазоха, свин с растяжками на пузе. Что? Краївка. Краївка. Так ты партнер ВСУ. В Реберню? Хорошо, Реберню, едем. Ой, бля. Ой, как хорошо спускаться, ой, бля. Ебать, булки полностью расслаблены. Реберня, все, едем в Реберню. Чат, убил навигатор. В центре
Ну, мало, видите, дети в основном. И еще среда. Такое. Ну, я думаю, это просто потому, что зараз дань, типа. Ну да, это среда. Лучше в Либерну. Хорошо, трансляция упала, да? Ну, кстати, да, тут падает больше. Так, рабочий, да, Реберня, я понял, ребят, скиньте адрес. Ого, город Ровно. А там что, блядь? Там нихуя нету, бро. Я там когда-то был, я, блядь, все города в Украине объездил. Когда на Новой Почте был, работал, то я все города... Давай я не спрошу. Вечером будут тяночки, но я так сам думаю. А вот тяночки сюда. Не-не, черт. Девушки, как дела? А вы вместе? Нет. А? Не, вы за ручку шли. Мы еще. Ну, в смысле? Совершенно. Ну, значит, что вы вместе. Мы такое одобряем. А чему? Так вы за ручку и что? Так це нічого не означає. Так в смысле не означає? В Києві? Не в Києві. Ну, добре. Ну, як... ладно. Не буду продовжувати кринж, тому що, блядь, мені зараз зав'янять щось, блядь. Ні, у тебе немає чуйки, ти підходиш до них, я зразу відчув, що це хуйня. При чому тут, блядь? Ти взагалі підійти не зможеш. Так, блядь, Реберня в підвалі? Реберня в підвалі, ребят? Реберня в підвалі? Если да, то это очень хуёво, там без интернета. Пиздец, то нахуй мне, блядь, врать. Интернет. И в Киеве могу пахать. Я, блядь, каждый день чуть ли пузату хату. Видишь, блядь, это тебе говорят, кстати. Львы, не, львовские круассаны, не. Это тоже у нас в Киеве есть. В Реберню и в Киеве сходить можно. Хорошо, давайте соответственно. Мазох. Вот это спамили. Дайте адрес. Что значит? Падает все. Блядь. На, держи. Це Сербська 7, Мазох. Що їдемо, той Мазох, виходить, так. Да. Мазох це буде... Що це за Мазох? Ілі в Криївку. Ну там приколи, бля, я знаю, в Криївці. Давайте в Криївку, похуй. Давай в Ків... Блядь, якщо там їда невкусна, я хоча б хоч раз побуваю, блядь. Ну я не був просто. Я тільки слышав об этом місці. И, бля, и еще ни разу не был там. Камик, ты что, у Львове? Да, Байрактар у Львове зараз. Так, нет подключения, да заебешь, бля. Возьми, иди в Google, бля, или Криев. Куда это Криевка, ребят? Туда поедем. Хуйні єба. Та не могу, бля. В Криївка, 650 метрів. Десь недалеко, бля. Давай. Зараз подивимося по Кроково. Боже, як лагає. Та возьми машину і... Я зараз візьму, просто лагає та хуйня. Що, та карта не працює, ну тому... Та ні, мені треба розшарити інтернет. А, хороший 650 метрів. Ні, 1,8, майже 2 кілометри. Да, подожди, чат. Да я понял, я не могу вести, потому что сейчас, может быть, интернет упадет. Я сейчас быстро сделаю что-то. 95-го. Парковская улица. Ну, а улица какая? Ну, площадь Рынок 14, пошиваешь? Площадь Ринок 14, підвал, бля, чуваки, це, якщо це заклад в підвалі, то ми не зможемо поїхати, там інтернет буде падати. Кульпарська 95, охуєнно там, хорошо. Кульпарківська, дивись, от Криївка, площадь Ринок 14. Та ні, сказали, бля, топ-місто какое. Дивись. Що це за хуйня, секунду? 5 кілометрів. Та хуйня якась, там прикалується з нас просто, розумієш? Какой пробіг був, коли брав, я не знаю.
Все, нашел я Кульпарковскую. Чувак, тебя троллить. Знаешь, тут даже пишут про Кульпарковскую тролльного, блядь. Да в смысле тролльного? Так что хочешь в Краївку, то это площадь Рынок 14. Бля, вы долбоёбы, какая психбольница, блядь, сука, долбоёбы, блядь. Что, адрес дурки?